Привет! Выполняешь жизненную цель любителя экстрима, но не знаешь, как спуститься по учебному спуску? Сейчас все расскажу. Берем нашего Сима и отправляемся в город гора Камареби на участок Киимацу. Оказавшись на месте, передвигая камеру, как я показываю на видео, мы видим вот такой огражденный участок. Это и есть учебный спуск. Тыкаем на него и выбираем любое из предложенных действий. Каждый из них подойдет для задания. Как только Сим закончит это действие, задание отметится выполненным. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.